Спальня – одна из самых важных комнат в доме каждого человека. Руководствуясь этим принципом, специалисты фабрики «Лазурит» в апреле 2013 года подарили покупателям яркую мебельную премьеру – спальню «Орнета». Набор универсальных модулей «Орнета» позволяет максимально эргономично организовать пространство любой спальни. Эта коллекция стала итоговым хитом в линейке одноименной мебели для гостиной и прихожей. Все серии «Орнета» разработаны в единой стилистической специфике и гармонично сочетаются между собой. Таким образом, вы получаете уникальную возможность обустроить квартиру или дом в едином стиле. Спальня получила свое название в честь живописного польского города Орнета. Теперь, по данному запросу в сети, в первую очередь открываются коллекции «Лазурит». И только потом информация о старинном городке с населением около 6 тысяч. Благодаря широкому набору различных модулей, спальни Орнета открывают практически безграничные возможности обустройства пространства. Ценность бамбуковых вставок в их абсолютной натуральности и экологичности. В серии «Орнета» возможность обустроить свое жилище с использованием бамбука доступна совершенно каждому. Изюминкой спальни «Орнета» является ее высота – 2 метра 15 сантиметров, которая незаменима для комнат с низкими потолками или в мансардных помещениях. Такая высота удобна и тем, что все предметы, хранящиеся в шкафах, легко доступны. Резюме по дизайну. Спальня в стиле современный модерн. Спальня в трех полярных цветах. Спальня с декором из натурального бамбука. Спальня «Орнета» представлена в глубоком кедре шоколадном, изящном дубе молочном и переменчивом орехе Клифтон. Фасады могут быть идеально гладкими, декорированными натуральным бамбуком или зеркальным полотном. Цвет дуб молочный позволяет создать оригинальный интерьер современной спальни, ведь светлая мебель всегда смотрится легко и воздушно. Дымчатые тона ореха Клифтон успокаивают и снимают напряжение. Этот цвет делает комнату уютной и умиротворяющей. Создается идеальная обстановка для комфортного отдыха. Неоспоримое достоинство кедра шоколадного – его благородный и насыщенный оттенок. Кедр шоколадный со вставками бамбука цвета венге выглядит настолько впечатляюще, что сам становится украшением спальни. Не случайно спальня «Орнета» в этом цвете отличается простотой и элегантностью форм. «Орнета» в оттенке дуб молочный может быть декорирована бамбуком такого же цвета. Это позволяет создать атмосферу бесконечной неги и покоя. В кедре шоколадном используется бамбук не менее эффектного цвета венге, а в орехе Клифтон – дымчатый бамбук. Такое оригинальное сочетание хорошо смотрится практически с любым оттенком стен, пола и потолка. Еще одним модным дополнением фасадов спальни «Орнета» являются венгерские зеркала. Они не только отражают свет и визуально увеличивают пространство, но и придают спальне особый шарм, а интерьеру – завершенность. Резюме по цвету. Три всегда актуальных цвета. Разные цвета вставок бамбука на фасадах. Разнообразно. Три цвета корпусов, три цвета фасадов, вставки из бамбука и зеркал. При производстве спальни «Орнета» применяются только экологические материалы, соответствующие европейским стандартам качества. Карнизы, цоколи и рамки фасадов изготовлены из МДФ. Эта древесно-волокнистая плита, используемая в спальне «Орнета», близка к натуральной древесине. Полки, корпуса, боковые стенки выполнены из ДСТП класса гигиены Е1. По некоторым параметрам ДСТП, применяемые при изготовлении мебели «Лазурит», превосходят обычную древесину. Они более огнестойкие и не подвержены поражению плесневыми грибками.
ДСТП в мебели «Лазурит» менее восприимчивы к изменениям влажности и температуры, а также обладают выраженными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Задние стенки шкафов, дно ящиков, дно кровати с подъемным механизмом изготовлены из ХДФ – безопасной древесно-волокнистой плиты высокой плотности. ХДФ в спальне «Арнета» также имеет высокую степень износостойкости, не реагирует на уровень влажности и перепады температур. Спальня «Арнета» отличается безупречным дизайном и качеством материалов. Фасады серии «Арнета» могут быть декорированы не только венгерскими зеркалами, но и натуральным бамбуком. Бамбуковые планки закрепляются на тканевой основе. В производстве полотен используют как внешнюю, так и внутреннюю часть ствола бамбука. За счет соблюдения сложной технологии ручной обработки мебель с бамбуковыми вставками отличается высокой экологичностью. Комната с такой мебелью дышит. Природный декор обеспечивает долговечность и износоустойчивость мебели, а также прекрасную сочетаемость с другими предметами интерьера. Кстати, знаете ли вы, что помимо магических особенностей, которые приписывают бамбуку, он отличается невероятными полезными качествами? Благодаря бактерицидным свойствам бамбук уничтожает на своей поверхности более 70% бактерий, а также препятствует размножению грибков и полевых клещей. Медики утверждают, что бамбуковая ткань даже обладает лечебным эффектом, не только не вызывает аллергии, но и наоборот, оказывает на тело противовоспалительное действие. Мягкие кровати в спальне «Арнета» выполнены из гипоаллергенной эко-кожи. Этот материал по своим характеристикам не уступает натуральному. Он отличается способностью к терморегуляции, не впитывает влагу и прекрасно дышит. Эко-коже не страшны механические повреждения, поскольку полимерная пленка затягивает места деформаций и не требует особого ухода. Кстати, даже небольшая неловкость грозит испортить ваше утро и ваш интерьер. Не стоит расстраиваться. Специалисты фабрики «Лазурит» знают секрет идеальной мебели и предусмотрели это. И это тоже. Резюме по материалам. Для производства универсальной мебели «Арнета» используются качественные материалы, которые придают ей прочность, долговечность, износостойкость. Качественная и стильная фурнитура – еще одно большое преимущество спальни «Арнета». Интересный факт. Все петли прошли апробацию в 50 тысяч циклов открывания-закрывания. Средний срок эксплуатации всей фурнитуры – 50 лет. На фабрике «Лазурит» настолько уверены в качестве комплектующих, что дают пожизненную гарантию. В кроватях используется подъемный механизм с газовыми лифтами, который обеспечивает амортизирующий эффект и абсолютную плавность хода. Как и петли, имеют пожизненную гарантию. В итоге подъемный механизм в кровати легко опускается, поднимается, фиксируется при любом градусе наклона, выдерживает оказываемую нагрузку. Кроме того, все ящики оснащены фурнитурой бесшумного открывания, что особенно важно для полноценного отдыха. Разработкой ручек занималась целая команда опытных дизайнеров. Резюме по фурнитуре. Вся фурнитура, которая применяется в спальне «Арнета», гарантирует удобство в использовании, безопасность, стойкость, эстетичность, долговечность. На кровати гарантия 12 месяцев, на шкафы и тумбы 18. При сборке сервисной службы фабрики мебели «Лазурит» гарантия увеличивается еще на 1 год. На фурнитуру пожизненная гарантия. Эргономичность серии «Арнета» обеспечивается широким модульным рядом, включающим в себя угловую и прямую шкафные группы, тумбы, тумбы прикроватные, туалетный столик, стеллажи, комод, зеркало.
мягкие кровати из эко-кожи. Спальня Арнетта – сокровище для настоящих ценителей комфорта и эргономичности. Благодаря модульности шкафной группы шагом 40 или 80 сантиметров любому человеку доступна возможность моделировать собственное пространство негромоздко и функционально одновременно. Впервые в спальне Арнетта появляется уникальный модуль 2 в 1 «Пенал-стеллаж». Этот элемент серии полностью совместим как со шкафами спальни Арнетта, так и с элементами гостиной и прихожей Арнетта. Левое или правое исполнение определяется переворотом шкафа с установкой опор на нижней плоскости. Классический платяной шкаф с металлической штангой внутри и полкой для головных уборов. Штанга выдерживает более 100 килограммов. Компактный и эргономичный шкаф – один из самых функциональных модулей. Оснащен металлическими штангами и полками, выдерживающими до 35 килограммов. Это позволяет и вешать, и складывать вещи в одном модуле. Можно организовать несколько зон для хранения одежды. Вместительный угловой шкаф существенно экономит место в комнате. Верхнюю полку можно использовать для хранения внесезонных вещей. Нижнюю – для обуви и коробок. На дне шкафа можно хранить бытовые приборы. Этот стильный шкаф представляет собой каркас с 5 полками и боковыми стенками различной глубины. Неоспоримое достоинство модуля – в плавном и изящном завершении шкафной группы. Мягкие кровати спальни Арнетта образуют не только комфортное спальное место, но и отдельную зону для отдыха, чтения и даже работы. Кровать, которая сочетает простоту форм и ультрамодный дизайн. Такая модель преобразит любой интерьер. Гибкие, влагостойкие березовые ламели обеспечивают ортопедический эффект. Металлическая рама подъемного механизма с закругленными углами и аккуратными краями защищает матрас и белье от повреждений. Металлические уголки внутри бельевого ящика служат опорой для решетки. Кровать с гнутым изголовьем, декорированная объемными утяжками, позволяет сделать модный акцент в интерьере. Благодаря мягкой спинке кровати отдых становится максимально комфортным. Данная модель – одна из самых изысканных кроватей. В ней сочетаются современные тенденции с вечной классикой мебельного производства. Особенность этой модели заключается в уникальной утяжке с ромбовидным рисунком, создающим сочетание простых линий и современной элегантности. Кстати, знаете ли вы, что модной в наше время техники стяжки капитоне уже более 200 лет? Она появилась в далеких 70-х годах 18 века, когда английский мастер Честерфилд изобрел уникальную конструкцию спинки для максимально комфортного отдыха. Цвет обивки меняет настроение от воздушного белого глянца до глубокого венге, от нежного молочного до загадочного клифтон. Так же, как и другие кровати закрытого типа, эта модель может быть представлена в двух видах. Первый вариант исполнения с уже ставшим классическим подъемным механизмом оснащен ящиками для хранения белья. Для второго варианта предусмотрена установка трансформируемого основания Magic System. Эта уникальная система на беспроводном управлении улучшает кровообращение, убирает мышечное напряжение, повышает качество сна и бодрствования. Интересный факт. Жесткий каркас царги обтягивает мягкий слой, состоящий из синтепона и полиэфирного волокна. Именно эта составляющая гарантирует удобство и безопасность в использовании кровати. Туалетный столик предназначен для хранения предметов ежедневного пользования, косметики, аксессуаров. Под крышкой на шариковых направляющих установлены в ряд два ящика для всего необходимого. Может использоваться и в качестве письменного стола.
компактный вместительный комод с 5 выдвижными ящиками. Шариковые направляющие обеспечивают полное выдвижение и доступ ко всем предметам, находящимся внутри. «48-01. Вместительная тумба с дверью. 48-05. Самый компактный вариант тумбы с нишей и выдвижным ящиком. 48-54. Классический вариант тумбы с двумя выдвижными ящиками. 2 ящиков выполнено из древесно-волокнистой плиты высокой плотности, что гарантирует защиту от деформаций. Ультрасовременные прикроватные тумбы из эко-кожи – стилистическое дополнение к мягким кроватям. Механизм бесшумного открывания и закрывания ящиков повышает уровень комфорта в спальне. Тонированное стекло на крышке тумбы – изысканное и при этом практичное решение. Такой стеллаж используется в качестве завершающего элемента композиции. Этот шкаф может быть переходным или завершающим композицию. За счет разной глубины стенок является важнейшим связующим компонентом между предметами спальни Арнетта и модулями гостиной и прихожей Арнетта. Подведем итог разнообразию модулей коллекции. 5 видов шкафов, 2 вида стеллажей, 4 вида прикроватных тумб, туалетный столик, комод, 3 вида мягких кроватей. Общий вывод по разделу «Практическая составляющая». Для производства спальни Арнетта используются качественные материалы. Вся фурнитура сертифицирована и изготавливается ведущими европейскими фирмами. Функциональные и эргономичные предметы серии выполнены в универсальных размерах, отличаются богатством цветовых сочетаний, способны преобразить помещение любой площади и формы. Возможность представлять модули друг другу позволяет выстраивать различные интерьерные композиции. Арнетта – это эргономично организованная спальня, которая подарит полноценный отдых и непревзойденный комфорт.